Короче, вот еще с черным начнем, насколько она режется. Вообще, в принципе, давай положим. Как-нибудь можешь на это хорошо режется. Полосуй его так вот, короче. Потому что режется она хорошо. Я верю, что она режется хорошо. Давай. Прям полосни, чтобы она... Хорошо. И что там у нас? Если я сделал гусь более глубокий, я его разрежу насквозь. Давай, режь. Ну, уже это уже как-то сложнее. А вот здесь уже, видишь, приголюха. Всем огромный привет! Приехала ко мне вот такая вот коробка, в которой находится рюкзак. Хочу отметить, что я первый раз в жизни встречаю рюкзак, который поставляется в коробке. Но ведь это XD Design версия Bobby Pro. Для тех, кто не в курсе, что это за зверь такой, рассказываю. В 2016 году рюкзаки от Bobby просто порвали интернет, и в том числе YouTube. Данные рюкзаки имеют кучу прикольных фишек для вашего удобства и безопасности. Во-первых, конечно, это защита от воров. Тут нет внешних карманов, все молнии скрыты, и их можно расстегнуть, только если снять рюкзак с плеч. И еще, якобы эти рюкзаки невозможно прорезать, чтобы добраться до содержимого внутри. Это мы, кстати, обязательно проверим, но чуть-чуть попозже. Материал, из которого выполнен рюкзак, водоотталкивающий. При этом не только сверху или на лицевой части, но и снизу. На рюкзаке имеются светоотражающие вставки спереди и сзади для вашей безопасности при перемещении в темное время суток. Качественная фурнитура, юг с возможностью использования замка, и если вы куда-то едете в командировку или в путешествие, то эта фенечка будет вам как нельзя кстати. Повесил замок и все, можно не париться за сохранность ваших вещей. А еще тут уникальная конструкция, которая позволяет открывать рюкзак под тремя разными углами: 30, 90 и 180 градусов. Для этого внутри есть вот такие вот соединительные элементы, которые крепятся между собой не только на липучку, но и фиксируются клепками. А в разложенном на 180 градусов рюкзаке вы получаете полный доступ ко всем вещам, что там лежат. Зачастую это очень удобно. Плюс куча дополнительных фишек, о которых я расскажу чуть-чуть попозже. Естественно, китайцы их моментально начали копировать и продавать по цене гораздо ниже. Но там и качество было соответствующее, поэтому подобные вещи лучше покупать в проверенных местах. Например, на официальном сайте XD Design по ссылке в описании. Там же, кстати, оставлю промокод, который дает скидку в 20% на все рюкзаки. А это весьма приличная сумма, если учитывать их стоимость. Так вот, отвлекся я. На смену популярной модели Bobby в 2019 году был выпущен этот красавец с увеличенным объемом и множеством дополнительных особенностей. Данная новинка получила приставку Pro. Так в чем же особенность Bobby Pro? Во-первых, это увеличенный объем. Вместимость данного рюкзака составляет аж 18 литров. И это реально много. Также немного изменилась форма самого рюкзака. Он стал более округлым. За счет этого молния стала открываться намного плавнее, чем в предыдущих вариантах. Плюс удобной фичей для путешествия станет вот эта вот поперечная лямка, которая вкупе с ручкой рюкзака позволяет его крепить на ручку чемодана. Ну и по карманам и отсекам. Несмотря на то, что с внешней стороны никаких карманов нет, открывать каждый раз замок вам, чтобы что-то достать, не придется, так как на Bobby Pro имеется куча скрытых карманов. Во-первых, на тыльной стороне, это та, которая прилегает к спине, там есть два кармана. Первый в верхней половине, сюда вполне можно поместить небольшой планшет, электронную книгу или блокнот. А ниже есть еще один подобный же карман, в который поместится телефон, кошелек, паспорт. И так как этот карман для хранения важных вещей, то тут предусмотрена защита от RFID сканирования, а значит все ваши электронные данные, например по кредиткам, будут в безопасности. Также с RFID защитой имеется небольшой потайной карман на лямке, куда для быстрого доступа можно положить кредитку или проездной. Еще из разряда прикольного и необычного это наличие в одном из карманов ретрактора с металлической леской для ключей или магнитного бейджа. Для тех, кто постоянно бросает где попало ключи, а потом их не может найти, это просто бомбическое решение. Достал, не снимая рюкзака, а потом убрал в карман, и они всегда на месте. Ну и еще снаружи есть небольшой блок для подзарядки ваших смартфонов, так сказать, на ходу. Тут два разъема, все прикрыты заглушками, так что попадание влаги
магии им не грозит. Первый – это USB In для подзарядки пауэрбэнка, который будет расположен внутри, и стандартный USB для подзарядки самих гаджетов. На этом с наружкой все. И теперь давайте смотреть, что же внутри. А внутри тоже все не так-то просто. Ну, во-первых, это, так сказать, отдел органайзер. Тут вы можете разместить свой ноут максимум диагональю в 15,6 дюйма, планшет, ручки, тетрадки и прочее-прочее. Все, что вам захочется. Но самое необычное начинается, когда вы открываете вот эту вот перегородку. Тут отдельный отсек под какие-то габаритные вещи. И данный отсек имеет модульную систему перегородок. То есть держатся они на липучках, и при желании вы их можете расставить так, как вашей душе угодно. Ну или вообще убрать и засунуть туда, например, кроссовки для тренировки, а потом застегнуть перегородку. Кстати, если перегородка вам не так-то и нужна, то ее можно вообще сложить и убрать в специальный карман и пользоваться всем внутренним пространством рюкзака как единым целым. Кстати, пауэрбанк, который вы будете использовать в качестве источника питания, также располагается в специальном для него кармане и не будет болтаться по рюкзаку. Короче, это не рюкзак, а просто рай перфекциониста, где можно все разложить по своим кармашкам, отсекам и так далее. Также в комплекте приходит парочка аксессуаров, которые, возможно, вам пригодятся. Оба они имеют магнитное крепление и рассчитаны для установки вот сюда вот, на лямку рюкзака. Первое – это держатель для бутылки. По факту лента с липучкой, которая выполнена из цепкого прорезиненного материала, но со своей задачей вполне справляется. А второй, как можно догадаться по форме, это держатель для смартфона. Вот только он рассчитан на что-то небольшое, до 6 дюймов. И, допустим, мой Xiaomi туда тупо не влазит. Хотя идея мне понравилась. Ну и, как я обещал, давайте перейдем к полевым испытаниям. Прям полосни, чтоб оно... Прошел. И что там у нас? Если я сделал гусь более глубокий, я его разрежу насквозь. Давай, режь. Ну, уже это уже как-то сложнее. А вот здесь уже, видишь, приколюха. Пластик. Я его тоже разрезал, но я хорошо, я сильно надавил, ты такое почувствуешь. И как показало вскрытие пациента, рюкзак имеет многослойный корпус. Внешний слой – это ткань с влагоотталкивающей пропиткой. Дальше несколько слоев поролона и посередине вставка из пластика, которая затрудняет доступ к внутрянке рюкзака. Именно затрудняет, так как по итогу этот пластик все-таки можно прорезать, так же как и все слои за ним. Но чтобы это сделать, нужно достаточно сильно давить на лезвие. И вы такое давление, если рюкзак будет одет на вас, однозначно почувствуете. Незаметно резануть и что-то достать из него не получится. Подобные пластиковые вставки есть спереди, по бокам и сверху рюкзака. Карманы с RFID-защитой имеют прослойку из металлизированной ткани, и именно она защищает ваши цифровые данные от незаконного сканирования информации. Вот, собственно, и все. Пишите ваши мысли и вопросы про данный рюкзак, стоит ли он своих денег или это просто понты и не больше. Подписывайтесь на канал, жмакайте колокольчик. Всем пока!